Почему же люди, называющие себя евангельскими христианами, отрицают безошибочность? И первое возражение, которое мы с вами рассмотрим, по сути, основное возражение, то, которое используется наиболее часто. И вы помните, что когда мы говорили с вами о богодухновенности, то в самом начале мы с вами говорили о методологии, но мы не углублялись в это из-за того, что у нас не было достаточно времени. Но сейчас нам придется это обсудить. Вот это возражение. Само Писание не подтверждает мнение о безошибочности. Что ж, есть те, кто говорят, что евангельские христиане слишком долго игнорировали выводы критического анализа, касающихся различных текстов самого Писания. И нам говорят, что мы должны повнимательнее посмотреть на то, что утверждают некоторые критики Писания. Да, их выводы неверны, особенно если они вообще дискредитируют саму Библию. Но все-таки в их рассуждениях есть нечто правильное, когда они указывают на некоторые ошибки, исторические, научные или какие-либо другие. И что же все это означает? Что ж, если вы посмотрите на Писание, то вы обнаружите, что само Писание не поддерживает утверждение о своей безошибочности. И речь идет о том, что можно прочесть в Писании в том или ином тексте. Итак, все-таки о чем мы с вами говорим? Что ж, позвольте мне привести вам, хотя бы два примера. Хотя критики Писания могут привести вам много разных примеров. Вы помните Евангелие от Матфея в 13 главе, в стихах с 31 по 32? Иисус рассказывает притчу о горчичном зерне. И Он сравнивает горчичное зерно с Царством Небесным. И вы помните, что говорит Иисус, что хотя горчичное зерно и самое малое из всех зерен, но когда оно вырастает, то оно превращается в дерево, и даже птицы небесные укрываются в ветвях его. Вот так и Царство Небесное. Оно начинается с чего-то малого и незначительного, но со временем оно укореняется и превращается в нечто величественное и прекрасное. Критики скажут вам, знаете что? На самом деле горчичное зерно не самое маленькое из всех известных на сегодняшний день семян. Поэтому Иисус допускает ошибку, а также библейский автор допускает ошибку, записав это. Вы можете сказать, но упоминание о горчичном зерне — это лишь второстепенный момент в притче. Да, но это все-таки то, что записано в Писании. Это часть самого Писания. И это ошибка. Вот еще один пример из Ветхого Завета. Во второй книге Царств, 24 главе, в стихах с 1 по 2, что при определенных обстоятельствах, описанных в этой книге, Бог возбудил дух Давида пересчитать народ. Но вот в первой книге Паралипоменон, в 21 главе, в стихах также с 1 по 2, речь идет о том же самом событии. Но уже говорится о том, что сатана возбудил дух Давида, чтобы это сделать. И потом Бог разгневался на Давида за то, что он так поступил. Поэтому в этих двух текстах Писания, похоже, находится противоречие.
И, конечно, этот текст Писания не говорит о том, что Писание было вдохновенно или безошибочно. Здесь речь идет о том, что Давид исчислил народ, и о том, как отреагировал на это Бог, и о том, кто побудил Давида. Но факт в том, что если сопоставить эти два текста Писания из Второй книги Царств и Первой книги Паралипоменон, то напрашивается вывод о том, что в одном или в другом случае вкралась ошибка. И, следовательно, далее строится аргумент. Писание, хотя и является Словом Божьим, может содержать в себе ошибки, в частности, те ошибки, о которых мы только что упомянули. Относится ли это к доктринальным вопросам? Конечно, нет. Они, можно так сказать, второстепенны по отношению к главной мысли текста. Но, тем не менее, это то, что утверждается автором Писания. И эти утверждения не точны. И поэтому мы не можем утверждать, что Писание безошибочно. Что ж, класс, это серьезное возражение. И мне кажется, это возражение, которое лежит в основе всех остальных. И нам нужно продумать хороший и обоснованный ответ на него. И я бы предположил, что ответ будет, и он должен быть, шире, чем просто объяснение этих двух кажущихся противоречий, о которых мы упомянули. История о том, как Давид исчислил народ, и второе — это горчичное зерно. Наш ответ должен быть намного глубже, чем просто предложить возможное объяснение этих двух текстов Писания. Неважно, сколько противоречий вы сможете объяснить, критики найдут еще. Поэтому нам нужно задать самим себе такой вопрос. И это, по сути, фундаментальный вопрос. Он звучит таким образом. Определяете ли вы доктрину богодухновенности? Определяете ли вы доктрину безошибочности, основываясь на самом Писании? Или вы определяете это неким иным путем? Но вот вопрос вот в чем. Что же Писание говорит по вопросу безошибочности? И мы можем также добавить по вопросу богодухновенности. И здесь, по ходу, возникает еще один вопрос. На основании каких же принципов мы можем формировать какую-либо доктрину? Когда вы формулируете некую библейскую доктрину, то каким текстом вы можете обращаться? Например, если вы собираетесь сформулировать библейскую доктрину о человеке, то будете ли вы рассматривать пророчество о конце времени? Вероятно, что нет. И таким же образом, если вы собираетесь сформулировать доктрину о понятии примирения, то будете ли вы рассматривать тексты, говорящие о примирении, или вы, скажем, откроете последние главы книги «Бытие», где Иосиф открывает себя своим братьям, и после этого происходит удивительное примирение между братьями. Или все это? Каким текстом вам нужно обратиться? И таким же образом, если вы формулируете доктрину о Писании, то обращаетесь ли вы к текстам, которые говорят о природе Писания? 2 Тимофею 3 глава, 2 Петру 1 глава. Или вы обращаетесь к текстам Писания, где говорится о размере горчичного зерна? Или кто возбудил кого, чтобы исчислить народ? Что ж, я надеюсь, что для всех нас очевидно, что тексты, которые будут определять наше понимание доктрины, это те тексты, которые обращаются к этой доктрине. Да, может быть полезно прочитать историю Иосифа и его братьев,
Но эта история не раскроет для вас сатирологический смысл понятия примирения. Вам нужно обратиться к текстам, где об этом идет речь. Да, интересно изучать пророчество о конце времени, но на основании этих текстов вы не сможете сделать вывод о том, состоит ли человек из двух частей или из трех частей. Таким же образом, конечно, интересно поразмышлять о текстах, где говорится о размере горчичного зерна, или о том, как Давид исчислил свой народ. Но это не те тексты, которые говорят о природе Писания. Поэтому я согласен с критиками. Нам нужно понять, что же говорит само Писание. Но нам нужно определить, какие же тексты относятся к этому обсуждению. И те тексты, на которые указывают критики, это не те тексты, которые учат нас о том, как мы должны понимать Писание. Что ж, сказав все это не означает, что мы можем игнорировать те тексты, которые были упомянуты. Если то, что говорится в текстах, раскрывающих суть природы Писания, истина на самом деле, то не должно быть никаких ошибок в фактах и вообще никаких ошибок в Писании. Поэтому мы не можем просто игнорировать все эти возражения, на которые указывают критики. Но вот неверно то, что они указывают, что именно эти тексты Писания должны определять, как мы будем формулировать доктрину о природе Писания. И сделав вывод из этих текстов, что в Писании имеются ошибки, неверно будет экстраполировать эти выводы на тексты, записанные во втором послании к Тимофею, во втором послании Петра или в Иоанна 17 главе, для того, чтобы как-то подправить толкование этих текстов, чтобы они согласовывались с выводом об ошибочности Писания. Что ж, не таким путем вы строите богословие. Если кто-то что-то хочет узнать о вас, то будет неуместно дать ему историю жизни человека, который к вам никак не относится. Это будет не по теме. Точно так же, если вы хотите узнать, что Писание говорит о самом себе, то вам нужно рассмотреть те тексты Писания, которые на самом деле говорят о Писании. И мы рассмотрели эти тексты, которые раскрывают нам суть природы Писания. И мы убедились, что они учат, что Библия полностью Богодухновенна, а также говорят о том, что Библия безошибочна. Ну а что же делать с этими кажущимися ошибками? На все это есть ответы. И многие критики знают о них, но они находят эти ответы неубедительными и все еще настаивают, что это ошибка. Но это всего лишь показывает нам их другую ошибку. И здесь я подразумеваю те тексты Писания, которые, казалось бы, содержат противоречия. И дело не в том, что евангельские христиане не знают об этих текстах. Мы знаем об этих текстах, и были предложены возможные объяснения по этим текстам. Но те люди, которые считают, что в Библии есть ошибки, не считают их убедительными, поэтому продолжают утверждать, что это истинные противоречия. Но, класс, вот почему такое мышление ошибочно. Нам нужно очень ясно представлять, что же мы имеем в виду, когда говорим, что две идеи, два текста или что бы там ни было противоречат друг другу. Потому что это очень-очень важно при рассуждении. Когда кто-то говорит, что вторая книга Царств и первая книга Паралипоменон противоречат друг другу, то говорит ли он, что «я не знаю, как эти два текста согласуются между собой,
Я просто этого не вижу. Означает ли это, что человек верит в противоречие? Означает ли это, что есть какой-либо возможный способ согласовать эти тексты? Но на данном этапе мы просто не видим этого пути. Но когда-либо мы его увидим. Это ли имеется в виду, когда кто-то утверждает, что есть противоречие? Нет, нечто иное. Означает ли это, что есть некий способ согласовать эти тексты, но этот способ известен лишь Богу, а Он нам его не открыл, и мы узнаем о нем лишь когда увидим Бога? Это ли имеется в виду? Нет. Что ж, когда кто-то говорит, что есть некое противоречие, что же на самом деле он имеет в виду об этом противоречии? Говорит ли он, что он просто не знает, как это согласовать, или он говорит нечто иное? На самом деле он говорит что-то намного серьезнее. Он говорит о том, что нет никакого возможного пути, чтобы разрешить это противоречие, и чтобы оба утверждения были истинны. А если он говорит, что нет возможного пути, то означает ли это, что он имеет в виду, что просто сейчас нет такого пути, но когда-то в будущем этот путь откроется, или я не знаю, но Бог знает? Нет, его возражение намного весомее. Он говорит о том, что нет возможного пути, чтобы оба эти утверждения были истинными. Ни сейчас, ни когда-либо в будущем. Нету такого пути, который я мог бы найти, и никто не может найти, включая Бога. Это очень серьезное заявление. Если кто-то говорит, что нет возможного пути, чтобы два утверждения были истинными в одно и то же время, то на такое заявление надо дать ответ. И нужно показать что? Что? Какой-то возможный путь. Да, показать возможный путь. Что ж, а если человек, который выслушает ваше объяснение, согласится, что это на самом деле возможный путь, и противоречие разрешается, но просто ему не нравится, как вы объясняете? Что же тогда? На самом деле не важно, нравится ему или нет. Что я имею в виду? Их заявление заключается вот в чем. Есть противоречие между этими двумя текстами, а это означает, что нет возможного пути, чтобы они одновременно были истинными. Но вы показали им возможный путь согласования этих текстов, и уже не важно, нравится им этот путь или нет. Но если они соглашаются, что это возможный путь, который разрешает противоречие, то тогда вы ответили на их вызов. Вы в действительности опровергли их заявление о том, что в этом тексте находится противоречие. И, пожалуйста, поймите меня правильно. Я не хочу сказать о том, что если два текста противоречат друг другу, если сопоставить их вместе, то мы можем предложить самое нелепое, самое безумное объяснение, как эти два текста где-то на другой планете могут быть одновременно истинными. И затем сказать, вот видишь, я ответил тебе. Нет, мы должны найти объяснение, которое вполне разумно, в котором есть здравый смысл, и не только для нас, но для всех, кто это услышит. И если мы это сделаем, если предложенное нами объяснение на самом деле разрешает противоречие, то уже не важно, если наши критики скажут, что ж, да, на самом деле противоречия больше нет, но, знаете, мне ваше объяснение как-то не нравится, не кажется убедительным. Это уже не важно. Вы сказали, нет возможного пути, но если вы соглашаетесь со мной, что это объяснение предоставляет нам возможный путь и разрешает противоречие, то для вашего возражения не осталось оснований.
Так что перестаньте возражать. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, я думаю, кое-что еще нам нужно сейчас упомянуть. Вы можете сказать, ну а зачем все это? Почему это так важно? Если вы можете предоставить на каждую кажущуюся ошибку ответ, объяснение, то почему бы с этого не начать, с этим возражением, и таким образом на него ответить? Ну что ж, во-первых, это неверный путь для того, чтобы формулировать богословие. Но есть еще и вторая причина. Если мы будем правильно подходить к построению богословских концепций, то это многое изменит. Если вы начнете с изучения тех текстов, которые говорят о богодухновенности и безошибочности Писания, то, как мы уже увидели, вы придете к выводу, что Писание безошибочно. То есть сначала вам нужно понять, что говорит само Писание. И это совсем иной подход. Если бы вы начинали разбирать Писание с убеждением в том, что в нем есть ошибки, то есть Писание погрешимо, если не доказать обратное, вместо того, чтобы сказать «Писание непогрешимо, пока вы не докажете обратное». И даже в судебной системе есть такое понятие «презумпция невиновности». И это совсем иной подход. Что ж, вы можете сказать, ну, я понимаю, что это совсем иной подход. Но что же вы хотите сказать? Я хочу сказать следующее. Начните рассмотрение этого вопроса со стихов, которые имеют к нему отношение. Они говорят о том, что Писание безошибочно. И уже затем, когда вы будете читать Писание и увидите, что есть какие-то ошибки, то вы будете искать объяснение. Вы не будете сразу соглашаться, ну, конечно, это кажется противоречие истины, потому что Писание ошибочно. И зачем вообще искать объяснение? Нет, мы должны подходить к Писанию, считая его непогрешимым, пока не будет доказано обратное. И это кажущееся противоречие или кажущаяся ошибка — это своего рода вызов, идея о том, что Писание безошибочно. И если я буду отвечать на каждую такую проблему, я утверждаю безошибочность. Если считать, что Писание ошибочно, пока не будет доказано обратное, то даже если я отвечу на миллион этих кажущихся проблем, ну, конечно, их не так много, но даже представьте, если их целый миллион, то критики все равно скажут, ну что ж, вы достаточно хорошо ответили на предложенные проблемы, но мы еще вам найдем. И вот пока вы на те проблемы не предложите решение, то мы все еще будем считать Писание ошибочным. И этому не будет конца, потому что критики всегда смогут что-то выискать и указать на это пальцем. И с другой стороны, если Писание считать безошибочным, пока не будет доказано обратное, пусть критики предложат возможное противоречие. Мы ответим на него, и мы будем ждать от них дальнейших возражений, и на них также ответим. Но пока мы ожидаем от них этих возражений, мы не считаем вопрос безошибочности Писания зависшим где-то в воздухе, и мы не будем говорить, ну, мне кажется, что в Писании нет ошибок, но мне нужно подождать с выводом, пока я не отвечу на все возможные, все предложенные возражения, которые кто-либо может найти. Но знаете что? К тому времени вы уже, наверное, будете мертвы, когда это все произойдет. И знаете, что на кону здесь стоит? Ведь то, чему учит Писание, настолько важно, поэтому нам нужно определиться с вопросом, то, чему учит Писание, истина или нет. Потому что, класс, если Иисус мог допустить ошибку
вопросах ботаники, то он также мог ошибаться, когда говорил, что «в доме отца моего обителей много, и я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Но если он ошибается о размере горчичного зерна, то, может, он ошибается и в другом. А если он ошибается в вопросе о том, а есть ли вообще рай, так, может, он и никакое место для нас не приготовит. Ведь здесь речь идет о восхищении, о его втором пришествии, то тогда у нас серьезные проблемы. Очень серьезные. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.